Жизнь в кукольном мире, где нет забот и проблем, мечта многих. У Татьяны Тузовой она осуществилась. Обладательница самой большой коллекции кукол Барби в России собрала целый ассортимент из 10 тысяч экземпляров такой красоты. Барби повсюду. Даже пришлось открывать отдельный офис, который вскоре стал музеем. Настоящий рай для девочек, которые с восторгом посещают его. Здесь прям как в сказке, столько кукол, их можно разглядывать очень долго. Я поразилась, как много здесь Барби, и мне понравилось здесь. Когда впервые подарили куклу Барби, я увидела, какая-то прекрасная кукла, идеальная блондинка, стройная. Я решила, что я буду такой же. Я знаю все о каждой своей кукле, потому что каждую я покупала лично. Мне даже особо никто ничего никогда не дарил. За каждой куклой я ездила в другую страну. В Германии коллекционер Беттина Дорфман. Мы с ней очень хорошо общаемся, дружим. Я даже приезжала 2 года назад к ней в гости и покупала у нее 200 кукол для своей коллекции. У Беттины 18 тысяч кукол в коллекции, а у меня пока 10. Но конкурентами мы никогда не станем, потому что моя коллекция другая. У нее все куклы без коробок. А я собираю кукол Барби только в упаковке в оригинальной. Все они абсолютно разные, например, по возрасту. Самой старой кукле уже почти полвека. Но любая из раритетных игрушек, по словам Татьяны, в сотни раз лучше современных. Ценовая политика тоже разная. Есть куклы всего за 3 500 рублей, а есть и за 1 000 000. Но для нашей русской Барби ничего нет дороже самой первой куклы. Самая дорогая кукла в моей коллекции – это первая кукла Барби стоимостью 1 000 000 рублей. Она 1959 года и очень хорошо сохранилась. Я даже хочу сказать, что она гораздо качественнее сделана, чем многие сегодняшние куклы. Помимо необычного увлечения, Таня Тузова создает одежду. 16 апреля в российском Диснейленде «Остров мечты» прошла неделя моды, где представлялась ее коллекция детской одежды. Малышки были в образах кукол, что совсем не удивительно. Их дополнением к образу стали настоящие куколки Барби. Показ ее коллекции был под песни самой Татьяны Тузовой, ведь помимо дизайнерских талантов, она еще и певица. Сегодня мы находимся на острове мечты. Это чудесное место, практически Диснейленд. И я очень рада, что в этом году неделя моды состоялась именно здесь. И я всегда делаю показы под свои песни. Сегодня также прозвучала одна моя новая песня «Я твоя Барби». В детстве каждая девочка мечтала окунуться в прекрасный мир кукол Барби. Наши модели не стали исключением. Школа, активное участие на разных мероприятиях занимает немалое время, но они успевают уделять драгоценное внимание настоящему веселому детству. По коллекции я не собираю, но очень тепло отношусь к своим уже домашним куклам, если так можно сказать. У меня осталось несколько куколок, остальные я дала своей младшей сестренке. Моя любимая из них это была Барби. Мне ее подарили на день рождения. Она была в розовом платьишке и в розовых туфельках. Я всегда смотрела на эти куклы, и я такая, ой, вот я точно стану такой же моделью, как кукла Барби. И сегодня вот как раз моя мечта сбылась. Татьяна Тузова пригласила меня на свой показ в качестве модели. Мы примерили на себя такие замечательные, невероятно красивые платья. И я очень рада сегодня была пройтись по этому подиуму. Коллекционер, дизайнер, певица и роскошная девушка Таня Тузова несет красоту и беззаботность в этот мир. Ее музей может посетить абсолютно любой желающий, а песни возможно услышать на телеканале Music Box Gold.